отец. Степана, где? В Астрахань уехала, к сестре. Танюешь, Николай. А, Васильевич. Не горюй, Миколка. Ты же у нас бедняк. Сегодня, завтра. Здорово. Здорово. Колхоз затяжешься. Не то, что я. Хлебца отберут, самого окулачат и крышка. Вот, пойди доказывай. Чего доказывай? Что я против артельной бедной жизни. Почему? Верно. А потому как ваша власть ведет мужика к бедности. Ты меня окулачишь, земли сгоняешь. Так? По миру пускаешь, чтобы я был такой, как все. А как все? Как отец твой Михайло, да? Mm. Или как Карпушка Колунов? А где он, этот край бедности? Где ему предел? Установился его кто? И какой в том резонт? Нету. Тут резонта нету. Есть. Есть, Миколка, есть. Когда у мужика в закромах всего много, он хозяин. Когда в закромах пусто, над ним, Миколка, легче власть справить, величие держать. От царя Гороха до вашего народовластия испокон веку это было. Земле не миновать руки хозяина. Хозяин, но твой хозяин, чтоб в бедности не пребывать. Ишь, как испорует. Берегет, а? Ишь ты. Ну ничего, Корюха. Ничего, сейчас мы еще, знаешь, мы еще с тобой, Корюха. Так, вот, теперь ногу тебе обмотаем. Давай ногу, давай. Вот так, и поставь, ну, стой. С тобой, Корюха, того. Мы еще, знаешь... Эй, что вы, мужички, сбитыми рожами идете? Альмаки лукопать подрядились. Да вишь ты, из волости по колхозу полномоченный. Агитацию проводить будет. А заступ-то к чему? Так это вроде как это практически. Сюда, что ли? Полномочный, это и есть наш Затонский наисознательнейший беспартиец. Пожалуйста. Как зовут-то тебя, товарищ? Как зовут? Карпушкой. А по отцу как?
Иваныч. Как стал быть Иваныч? Точно. А фамилия как? Фамилия-то... А кто же ее знает? Паспортов не положено, документов не выдают. Район, товарищ, интересуется какого-то рода по церковному приходу, значишься. Род-то? Затонский мы. По налоговому колонову, значит. Слышал я, Карп Иванович, товарищ Колунов, власть чтишь ты советскую. Да, а что ж? И за колхозы? За общий труд? Мобилизую я тебя, товарищ Колунов, красные агитаторы. Грамотный? Подойди, подойди. Бой. Кот. Ага. Мозгуешь? Это значит, призыв наш против всяких там эксплуататоров и против кулака. Стал быть, супротив покойного Бурьяна Савкина. И против Савкина, и прочего там всяких кулацких подпевал. А что же это, товарищ из району, я должен гитировать за бойкот, а супротив бойкоту? Видали его, мужики? По-научному бойкот. Товарищи, это пролетарий и беднейший мужик. Соединяйся и обходи за версту эксплуататора и мироеда. Никаких дел, никаких разговоров, никакого родства, лишения всех гражданских прав до известного момента. Это как я с Савкиным. Бурьян меня еще при Николашке сколотил до полусмерти. Помер, царство ему небесное. Так я с их мироедским родом и поныне безмолвствую. Мы пока безмолвствуем. А теперь, товарищ Колунов, вот те дощечки, вот там. Держи. Гвоздики, молоток, вот тут у меня писочек. Иди-ка ты по селу, да по красным крестикам, что у кулацких домов. Значит-то, колоти к воротам. А, видишь? Бойкот. Вот так. И покрепше, покрепше приколачивай. Агитаторы! Тогда я на твоей халупе, Карп Иванович. Сам сей щит приколочу.
что, Карпуша, можно? Янтеулька, на выселку. На выселку. На выселку. Батя! На выселку. За что? За мои-то труды? Хороша ты, советская власть. На выселку, батя. Спасай, Вильям Стрика. Не дают помереть спокойно. Спасай, милый. У тебя сын один партийный, другой тоже в сельсовете. Начальник замолвил бы словечко. Можешь справку какую? Ничем не могу помочь тебе, Кондратыч. Зря ты ко мне пришел. Ты и знать забыл. Кто старый помянет? Давно было дело-то. Дело давнее-то верно, а рана какую-то мне учинила, она завсегда свежая, не заживает. Иди, Кондратыч, иди. Сердце оно такое, не обманешь его. Один раз пожалел, да, вижу, зря. Иди, иди, Кондратыч, иди. Вертай, чем скотницу!
ж ты, Егор Михайлович, стоишь, как истукан? Что не гонишь шею со двора? Кого разоряете, мужики? Ай, прошу так. Ну, кого? Что? Кулачите, а? Ну, что ты на нас тут взялся, Акимушка? Даже мы сами, даже по своей воле. Ай. Да что такое? Чье указание? Мое указание. Кто отменил? Я отменил. Хороша же у вас советская власть. Нормальная власть, как везде. Читай. Ну? Ефремов Егор Михайлович, две лошади, овец 20 штук, кур. Ну, кур оставь в покое. Что же, по-твоему, не кулак? Никак нет, товарищ полномоченный. Вовсе даже не кулак. Это почему же? Я тебя спрашиваю. Вы на меня не покрикиваете. А вы не морочите мне голову. Я спрашиваю, почему нельзя считать Егора Ефремова кулаком? Говорите. Толком, товарищ депутат. Я слушаю. А потому... А нет, а вот почему? А потому, дорогой товарищ, что у этого самого Егора Михайловича Ефремова две лошади и две коровы приходится на 15 душ семьи. Я вижу, грамотный ученый. Товарищ, ну-ка, разделите Егорову живность на всех. Это хорошо, коли надо, что придется по одной ноге, это по хвосту, а то и не хватит. Вот так, дорогой товарищ. А вы кулак. Вы только взгляните на него. Взгляните. Вон он и сам весь в латках-заплатках, и жена, и детишки, а вы, не разобравшись, броду. Я бы попросил тебя, товарищ депутат совета, быть поосторожнее в выражениях. Не хватало еще, чтоб ты меня тут отчитывал. Я не отчитываю. Потому как не хуже вашего знаю, что у меня нет никаких правов отчитывать. Я только хочу сказать, что никто не лишал мужика права есть хлеб, добытый собственным потом. Это вон у Савкиных полный двор батраков было, потому как спататор и мироед. Да, у Подифора Короткова трое. А вон где? Вон, Яков Конкин. Всю жизнь горб свой гнул на Тимофея. Брата Егора Ефремова. А Егор Михайлович, ну кого? Кого? Дочерей своих, сыновей, да бабку Степании угнетал. Нет, дорогой товарищ, не выйдет. Советская власть не позволит тебе. Потому как по справедливости... Должно быть. Ах так. Ну, пшел! Пшел! Искали в нашем селе такую пропасть кулаку. Вот те раз. А кто составлял списки? Разве не вы? Мы, это верно. Мы составляли. Но мы ведь не указывали, что этот он кулак, а это... разве не видно? Из перечисленного вами, к
количество лошадей, коров, овец и прочей живности, которыми располагает каждый двор. Не видно, товарищ уполномоченный. Никак не видно. Отчего же? И почему же? Ничего, спрашиваете. А все от того же, что и вчерась на подворье Егора Ефремова. От того же, что кулака с плотатора мы еще в гражданскую порешили. Ну, коль живность там рогатая, али копытная, ну что, дорогой товарищ, греха для советской власти нет. А мужик-то благоденствует. А теперь возьмем Михаила Пескова, Федота Ефремова, Василия Маслова. Они такие же мироеды, как Егор Ефремов, или же Карпуха Колунов. Или тот же младший брательник Егора Федотка. Редко кто из них дотягивается своим хлебом до будущего урожая. После крещения, глядишь, пошли по чужим дворам выпрашивать мерку лжицы. Стало быть, есть у кого выпрашивать. Значит, все-таки есть хлебец. Стало быть, есть у кого выпрашивать. Знамо есть. А разве я говорю, что нет? Есть. Только об этом, дорогой товарищ, вам надо было бы у нас спросить чуток раньше. Вот тогда, глядишь, и не торопились бы оставить крестики проще за гагулиной. И на Егоровом дворе не пришлось бы брониться нам с вами при народе. Не пришлось бы сусеки подчистую мести. Ах, вот ты как заговорил. Ну, говори дальше. Я послушаю. Да я ведь не говорил, что у нас вовсе нету кулаков. А если мы с вами помянули тут фамилию Ефремова, то надо бы крестанина Егоре ставить, а на Тимофея. Это еще почему? У Тимофея Ефремова числится одна лошадь. Вот именно, числится одна. Это верно. Но какая? Какая? Жеребец орловской породы. А чтобы ее подпустить чьей-нибудь кобыле, Тимофей дерет с мужика 3, а то и 4 красненьких. Он, черт, за день-то пяток маток покроет. Кто покроет? Я про жеребца. Прибавьте к этому магазин, опять же. Лавочку, то есть. Вот вам, дорогие ученые товарищи, настоящий-то кулак. И переворот справного мужика звали труженик. А теперь кулак. Его в 21-м году к этой земельке приманили. Живи. А разжился, на ноги встал. Прах. Плачь его по новой. Опять он свое, Харламов. Ты попридержи язык. Так. У Тимофея батраки и другие люди имеются. А вы синюю галочку против него поставили. Не посоветовались ни со мной, ни с ними, с секретарем и его помощником. Ни с партийной ячейкой. И в комсомольске. А они у нас есть. Речь ведь идет не о деревьях, на которых лесники стали зарубины. Это вот спилить, а это стоит. Речь идет о людях. Речь идет... Ну, хорошо. Ближе все-таки к делу. Потом мне 8:00 нужно звонить в район, докладывать первому. Там Тернер сидят и ждут моего звонка из областного центра, товарищ. Коробка-то, надеюсь, у вас в исправности? А черт ты бы что знает, еще раз все наяривал. Устал должно быть. Посмотрим. Общее собрание. Нынче будем проводить. Или отложим до завтра. Терентий Алексеевич. Может, на завтра? Оттягиваешь, председатель. Да нет, ну сегодня...
Хорошо, хорошо. Завтра, так завтра. Он умнее всех нас. Светлой жизни зовет советская наша власть, а мы чет сумлеваемся. Бери, Воронин, мою бумагу. Вступаем в колхоз всей семьей. Погоди, погоди, Кузьмич. Не поднимай сюда пока. Ты лучше скажи, за каким чертом ты третьего дня еще телку зарезал? Как это зарезал? Да я ж ее к дочери в Панчеревку отвел. Там она. Ну, а разве колхозу было бы хуже, если бы ты ее отвел на общий двор? Хуже? Так та ж телка дочери по приданному вкладке оговорена. А и сколько рогов тут твоего телка-то, Кузьмич? Два. Да и те не проросли. Дуралей ты, Абрашка. За рога, да за хвост, за скрытность учета живности придется тебя, милок, окулачить и отправить куда следовать. На Соловки, а еще куда? Вон, вместе с Яшкой Крупниковым. О, как, Петро. И Тимошкой Ефремовым. Да, со всеми стало выйти, коих мы вот затвердили раскулачивание и выселку. Это еще кто там так разговорился? Самый что ни на есть маломощный бедняк. Пострадавший, как красный агитатор от злых собак мироеда. Ну ты вот что. Маломощный. Ты попридержи язычок-то, агитатор. Помолчал бы ты, балаболка. Как бы сам не попал за эти речи на те Соловки. Разве и глупых людей туда отправляют? Отправляют. Да? Ну-ка ли так? Загребай нас всех разом! А я молчу. Ну, балабота! Дайте сказать! Нет, стой, Иван Ильич! Хочешь что-то сказать? Хочу! Ну-ну! Говорите! Говорите, товарищ! Полетаев моя фамилия! А по уличному резак! Так зато не нас, полетаев, величают! Полетаевы резаки! Пусть хоть так, один черт! Говорите! Мы слушаем! А что тут говорить? Пусть ваш секретарь скажет. Вы не пустили к себе Овражку Сергеева. Для вас он кулак. Кулак и есть, потому как спит на кулаке. До подушки ты ему сердечному не добраться, не гори. С темного до темного ургучит. Ведь у него без малого два десятка ртов. Попробовали вы накормить такую ораву. Тут не то, что телка. Коровьего стада не хватит. Вот какой он кулак, товарищ начальник района. А вы? Что? Мы? Евсеич, не мешай мне. Я ведь тебе знаю, что вы с хохлом заодно. Вот кого бы окулачить нужно, секретаря твоего? Небось, первым подал заявление. Ему что, стравил волкам молодую рысачку, чтоб не отдавать колхоз, а теперь... Клевета! Это! Форми меня! Клевета! Прошу занести это в протокол! Заноси, записывай.
Не больно я тебе испугался. Корюху ты свою паршивую, конечно же, дело приведешь на общий двор с радостью. Недалеко ли мы на ней ускачем, а? Она ведь кляча твоя, дедушки, ничею ровесница. Че? Ну, дед, обценит тебя, о! Ничего. Ну вот, как хотите. А я же не все сказал. Давай, давай, говори. А я и говорю. Ежели вы запишете в колхоз Миколку Харламова, но ежели вы его запишете, то я ни в жизни подам заявлению. Эка беда. Ну и не подавай, без тебя проживем как-нибудь. Ну и живите. А я погляжу, потому как быть своим брательником в одной артели не хочу. Вот и весь мой сказ. Ой, хрен с тобой. Нет, не весь. А еще я хочу спросить вас, гражданин начальник. Хочу спросить вот об чем. Скажите, пожалуйста, куда он дел свою молодую кобылку? Ведь он нарочно выпустил ее на двор, чтобы берегки задрали. Что ты говоришь? Христа на тебе нет. Чего нет, того нет. Потому как ни в каких богов не верю. Оно и видно. Но совесть-то у тебя есть? Совесть есть. Потому и говорю. По совести. Прекратите! А ты, Николай Михайлович, успокойся. Успокойся, говорю. Разберемся. Вот так. Разберемся. Прошу слова. Оставим. Как же, товарищ Шабатин. Товарищи! Товарищи! Слово имеет секретарь нашей партии. Районный секретарь. Товарищ Шабатин. Пожалуйста. Переживаем коренной момент, товарищи. Сплошная коллективизация сельского хозяйства – это решительная ломка всех вековых крестьянских устоев. И только самая смелая, самая отважная партия могла пойти на это. Вы получили землю в свои руки в результате революции, которую мы называем рабоче-крестьянская социалистическая революция. И наш верный товарищ рабочий класс обещает колхозам тысячи тракторов, механических двигателей, электричество в каждое село. И так будет, товарищ. Да брось ты, Шабатин! Коренной момент, сельская жизнь! Ты лучше скажи, где гвоздей достать? Или отвал на соху? Ты, Маринка, выпил, Данила, и иди домой. А я не пойду. Да, чего? Ну, не валяй дурака. Да в какое место пришел? Собачью надежду говорит. Иди отшухайся. Ты мне горло не затыкай. Останусь. Должен я знать, что у их, у партийцев получится. Получится!
Рабочий класс слов на ветер не бросает. Ну что, Корюх, не везет нам с тобой. Как будем жить дальше? Что молчишь? Глупо. Ну, убил нас тот злодей. Срезал насмерть. Доказывай теперь. А все, ты неразумная тварь. Зачем ее ломать со двора? Ну, эх ты, Корюх. Ну, ничего, ничего. Как-нибудь, Корюх, как-нибудь. Микола, ну что там? Посля расскажу. А батюшку моего придется завтрева, не нынче, к нам забрать. Ровен час. Раскулачить их там с Пашкой. Надо спасать. Теперь только успевай поворачиваться. Со всего села побегут с родственники, со справками заразными. Это уж как и дать. Что делать, отец? Помогай, коли можешь. Мы все на этой земле с родственники. Легко сказать. Помогай. А как? Ты хоть раз служила? И богу, и черту. А я служу. Ой, ну иди, коли не в моготу стал-то. Мороз на дворе лютый, так вы глядите, ленок пропадет. Ты это, отдохнул бы, отец, поспал бы часов другой, а? Ничего, Бог не выдаст, я не съест. Среди людей живем, как люди, так и мы. Поспал бы, а? Жухе надо идти. Я печку истоплю, блинов напеку. Ура! Пойду я, Микола! Чего? А на кой ляд мне в тот колхоз переться? Тебя я, семью всю, батюшку,
колхоз пойдете. А сам я как-никак на государственной службе зарплату получаю. О, как, мать. Спи. Спи уж. Что вас разорвало? Активист? Да, активист. Давай помогай советской власти. Иди вот в тот дом крыжом, намекни насчет колхоза. А, мне кум Илья большой друг. Завсегда меня слушается. Ну, ладно, ладно. Как скажу, так и ладно, сделаю. Ладно, ладно. Давай. На. Оп. Есть. Оп, бывай. Пошел. Здорово живешь, кум. Маро, уж и ты не агитировать ли пришел? Да плевать мне. А хоть бы в колхоз. А вот это вот видал? Колхоз. Ширинки мы там будем трясти, в колхозе. Одна голова не бедна, а бедна так одна. Я вам в своем хозяйстве ковыряюсь потихоньку. И никто мне не указчик. Вот так. А что, Карп Иванович, еще там не слыхал про атамана Попова? А что слыхать-то? Ведьбайт опять объявился. Не выйти ли тебе самому из колхоза? А то не ровен час. Братик, его бандиты еще в 20-м годе погромили окаянного. А ты контра. Белогвардейская сволочь! Вот! Белых ждешь! Вот! Знаю! Знаю я вашего брата! А ну, пошел на бойка! Лёгонько на бойка! Лёгонько! Не верь! Вставай!
Старик, отвечай. Кто в Савкином затоне комсомолец? Да не вздумай соврать мне. Ты, старик, не бойся, мы тебя не тронем. Если, конечно, скажешь, кто комсомольцы. А то разве не скажу? Ванюшка Харламов, свата моего Петьки Однорукова, сын, значит, комсомолец. И еще кто? Митька Кручинин, Марфы вдовы, сын, комсомолец. И он тоже? Мишка Зинков, кривой сопляк, тоже комсомолец. Понятно. Карпушка Колунов, старый хрыч, тоже комсомолец. Вот где что ты-то наклал. Ну ты, дед Илья, не советский ты человек. Как-то. Да. Придется тебе ответ держать, старик. Выдал ты нас всех, атамана Попова, до единого. Даже меня. Ванюшка, сват, ребята, не погубите, лукавый попутал. Христом Бога, прошу. Ладно, ладно. Потом дашь объяснение. Вон там. Советский я человек. Лошаденку ведешь, кум? Веду, у тебя-то какое дело. Ну, ведешь и хорош. И слава богу. Чего тут сокрушаться? Труди вон по две лошади отвели. И ничего. Это уж не ты ли отвел. У тебя лошадей-то отродясь настоящих не было. Хрен это. А Мерин-то был? Был. Только цель на зиму. На перерубе веревками подвязанный висел. Обижаешь, кум. Первым в колхоз записался. А колхоз от тебя шиш с маслом. Хрен, а я свой сад в артель сдаю. Сад? А соколь да крапива. Он у сват моего. Сад так сад. Всю жизнь на него спину. Горбатил. А теперь отдай в чужие руки крюки. Это тебе, кум, от колхоза одна только польза выходит. Не скажи, кум, и от кол, и от хоза всякому польза.
фальшивка. Иди. Иди. Иди, иди. Верю. Верю, кум. Нелегко со своей животиной расставаться. Словно душа с телом. Не знаю, кум. Может, колхозы хорошо. Польза всем будет. Только сумление берет. Круг бытия разорвется. Какой? Закон земли. У мужика какая первая забота? Землю обиходить. Земля, она как баба, ей мужик надобен. Хозяин. Хозяину деток поболее, наследничков. Опять же, для земли работничков. А теперь на кого рожать? На колхоз. Оскудеет российское племя. Может, горск топ всего и останется. Еще на нашем с тобой веку, кум. Вот он, закон-то. Нет, ты, кум, не тае. Советская власть, она наша. Рабоче-крестьянская. За простого мужика стоит. Не будет же она нас вести к худому? Не знаю, не знаю. Теперь сообща вместе жить будем. Коммунизм, социализм, будем строить. А это вроде рай Господнего на земле. Ну, кум. За новую жизнь. Удивить.
Еще пропьем, еще нальем. Последнюю копейку пропиваешь? Одна? Вот я ему сейчас покажу. Ой, 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 да, Акстис, Акстис, Миланья, ты что, Миланья, в самом деле, зеленый обжиралась, не как отцом, а греть хочешь. Грею. Люкойка, 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 человека в колхоз привели, вот он и прихватил литровку, чтобы меня угостить. Это я же его в артель-то определил, откажись обидеться. Обидеться? Миланья! Обидеться! Люкойка, Миланья! Что тебе колхоз? Пойду я. Чужих свар не переношу. Так его. Коммунизм, социализм. Отец. Че? Слышишь? Кого еще черт принес? Матери его поросят. Да тише ты. Иду, иду, не барабань. А я Петра. Ну, проходи, проходи, не стой, не проходи. Выручай, Николай Михайлович. По морозу детишек в той Сибири, как слепых кутят. Справой. Такую не ту бумагу, а отвезти в город. Получай, Мими. Век не забуду. Гора с коровой и с курицы. Беда мне с вами. Ты думаешь, первый за НПЧ? Как бы не так. Пятый уже. Да подпиши ты ему бумагу, отец. Что тебе стоит? Не может детишки, мало-мало меньше. Ты еще раз кудахталась без тебе. Послужил бы зараз. И богу, и черту. Что дочке посулил. Сродники стороной обходят, не сказывая об обществе. Сродства, соседство, милости. Страшимся, как чумы. Это же надо же. Благодарить-то, Николай Михайлович. Встань! Как же мне тебя благодарить? Ты что, встань, не дури! Авраам! Нечего тебе меня благодарить. Бери бумагу, плечь подальше. И мотай поскорее, потихоньку уходи, как-нибудь, за дами. Наверное, сейчас тебе меня с гроба стоит, Воронин.
Он берег матери, его просят, он ночами не спит, по селу рыщет. Так что, милок, давай по добру, по здорову. Пошел. А эту палитру забери, не надо. Бывай, Николай Михайлович, бывай. Наша задача в текущий момент есть создание агитационных бригад на дальнейший подъем красной коллективизации. Кулачье мы преимущественно пропололи. Верно? Верно! Но, господа, у нас остались, так сказать, господа подпевалы, подноготники, коим мы объявляем решительный бойкот. А несознательный элемент? Есть такие в нашем селе? Есть! Вот это и есть политическая близорукость. Поэтому перед агитаторами ставится задача обойти всех наиболее упрямых мужиков и убедить их вступить в колхоз имени индустриализации всей страны. Согласны? Согласны! Хочу в агитаторы, Иван Павлович. Похвально, полетаем. А вот скажи мне, Иван, как ты рассчитаешь, 5 и 7 будет А-11 или О-11? Будет А-11. О-11. Ну? Будет О-11, Иван Павлович. Верно? Верно! Так-с. Макните чернила. По старым правилам полагалось бы всех вас высечь. Пишите, олухи. 5 и 7. Во веки веков. Было не А-11 и не О-11, а 12. Я надеюсь, Михаил Харламов, Иван Полетаев, что общие ваши познания объединят вас, и вы прославите красную коллективизацию неувидаемой агитацией несознательных масс. Thank you.